Небеса могут подождать. Так выглядит этот штамбовый сорт ранне-среднего срока созревания. Сегодня 29 июня. Третий сбор. Вот решил все-таки снять, показать, как выглядит ягода этого сорта. Значит, хрупкие латералы часто не выдерживали веса ягод. Перегибалась плодовая стрелочка, веточка, и все. И ягода не наливалась после этого. Это вообще-то с любым сортом происходит. И с небесами тоже. Нашли простое решение. Обвязали ряды огуречной сеткой. Прекрасно поддерживается, все живое. Все держится, ничего передавленного нету. Все хорошо. Висит на веточках. Ну, уже много пустых собранных, поэтому... Но все равно, тем не менее, еще тут собирать и собирать. Значит, сорт описание я выложу. Ниже под роликом. Сорту этому уделена целая теплица длиной 50 метров. Значит, морозостойкость в защищенном грунте хорошая, не подмерзает. Ну, в общем, вот так вот он выглядит.